Рассмотрим антивозрастной тонер для лица с пептидами и комплексом фактора роста Буэна MGF Peptide Toner Plus. Продукт входит в линейку антивозрастных средств с комплексом фактора роста Redline от Буэна. Уберем защитную пленку и достанем из упаковки. Средство предназначено для ухода за кожей лица. Пептидный тонер оказывает интенсивное антивозрастное действие, выравнивает тон и рельеф кожи, улучшает ее текстуру. Разглаживает мелкие мимические морщинки, уменьшает глубину кожных заломов, повышает упругость и эластичность кожи, делает ее плотной. Защищает кожу от негативного влияния внешних факторов, интенсивно увлажняет и питает. Подготавливает кожу к дальнейшему уходу и повышает эффективность уходовой косметики. Способствует интенсивному синтезу коллагена и эластина, восстанавливает волокна эпидермиса на молекулярном уровне. При регулярном применении делают кожу ухоженной и гладкой. Основные компоненты. Комплекс из 9 видов пептидов, комплекс фактора роста, фермент галактомисиса, ниацинамид, экстракт чайного дерева, экстракт коры белой ивы. Средство подходит для любого типа кожи, а особенно для зрелой кожи. Рассмотрим способ применения. Перед первым использованием несколько раз нажмем на дозатор. Необходимое количество тонера нанести руками или с помощью ватного диска на очищенную кожу лица поглаживающими движениями. У средства легкая текстура, оно быстро впитывается, совершенно не липкое, имеет нейтральный аромат. Объем 100 мл.